Дорогие друзья, с вами Таня Фирн. Благодарю вас, что смотрите мой канал. Можно подписаться, ставить лайки. А в данном видео я хочу рассказать вам простой метод, который на сегодняшний день, с моей точки зрения, очень актуален и необходим многим. Дело в том, что многие мои знакомые обращались ко мне с просьбой рассказать, как быстро восстановить обоняние после того, как люди переболели коронавирусом. И в данном видео я хочу поделиться с вами вот этой актуальной информацией. Значит, для этого нам необходимо делать несколько гигиенических процедур. Каждое утро, когда вы проснулись, приняли душ, но лучше это делать с утра, вы начинаете слегка подсоленной водичкой. Соль должна быть обычной, грубой, каменной. Или это может быть морская соль, если есть такая возможность. Только если это будет морская соль, чтобы она была без добавок и красителей. Итак, мы делаем 2 стакана теплой водички и промываем сначала глазки. Водичка чуть подсоленная. Значит, мы вот так сгибаем ладошку и наливаем туда воду немного. И стараемся глазиком там поморгать. Таким образом, один стакан мы промываем сначала, одним стаканом один глаз, потом второй. После этой процедуры мы промываем нос. В данном случае уже вам нужна не подсоленная вода, а соленая. И минимально это одна чайная ложка на стакан воды. Если для кого-то это будет много, можно пол чайной ложки соли на стакан воды. Значит, мы размешали и закрываем одну ноздрю, а второй ноздрю начинаем втягивать плавно в воду. Не сильно, не резко. Вот. И один стакан промываем сначала правую ноздрю, ну или левую, потом, соответственно, другую. После этого пусть выходят все метаболиты, продукты распада, которые есть в организме. Вот, носовые пазухи максимально очищаются. После этого вы делаете следующую гигиеническую процедуру. Вы берете маленькое перышко или тонкую травинку. И ваша задача создать такое искусственное чихание. Когда мы кашляем, легкие очищаются. Когда мы чихаем, очищается мозг. Поэтому вы берете вот эту травиночку и начинаете вот так щекотать носу. И начинаете чихать. Желательно на каждую ноздрю по 5, по 7, может быть даже больше, уже как пойдет. Вот это простая такая гигиеническая процедура, она из практики йоги и йога-терапии, а также из аюрведы. Аюрведа, напомню, это наука жизни. Поэтому независимо от коронавируса вы можете ее ежедневно делать. И таким образом пазухи будут всегда свободные, чистые. И мозг будет уже работать несколько в другом режиме, потому что это выходы наших двух каналов очень важных. И вы почувствуете облегчение и улучшение. Я вам искренне желаю как можно быстрее восстановить свое обоняние, опять обогатить себя запахами, ароматами. Пусть этим будет наполнена ваша жизнь. И искренне вам желаю здоровья. А в следующем видео я хочу с вами поделиться на тему, как тоже улучшить память, поскольку многие тоже говорят, что с памятью становится хуже после коронавируса. Поэтому смотрите мое следующее видео, подписывайтесь на мой канал. С вами Таня Фирн. Благодарю вас.